Мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благость, Господь Иисус. Сегодня мы хотим склониться пред Тобою, Боже наш. Братья и сестры, какие бы ни были проблемы в нашей жизни и с чем бы нам ни приходилось сражаться, мы верим, что Господь всегда с нами. Слово Божье говорит: «Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам». Сегодня мы хотим отдать свои жизни Господу Иисусу. Я верю, что мы обретем новую силу для каждого из нас. У Бога есть для нас новое утешение и новые чудеса для каждого из нас. Давайте вместе споем этот гимн и приложим все свое сердце, приложим всю свою веру. Молитесь вместе с нами и пойте вместе с нами. Отдайте свое сердце Иисусу. Yeah.
Шалом, дорогие друзья! Как сказано в книге Екклесиаста, 3 главе с 1 по 8 стих, «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать». Ну и так далее. Иначе говоря, есть в нашей жизни периоды, чтобы переживать хорошие времена, и есть в нашей жизни периоды, когда мы вынуждены испытывать определенные неудобства. В книге Екклесиаста 3 главе 11 стихе говорится, «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, который Бог делает от начала и до конца. Бог позволяет в нашей жизни происходить как хорошим, так и плохим событиям, чтобы в свое время Он сделал все прекрасным. Но, к сожалению, людям не уразуметь, что имел в виду Господь. Бог желает, чтобы мы увидели и осознали, что Он делает в нашей жизни, и могли бы выразить это словами апостола Павла. Эти слова записаны в послании к римлянам. 8 глава, 28 стих. «Все вы хорошо их знаете, ибо знаем, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, так что полагайтесь на Господа». Аллилуйя! Keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Когда мы смотрим на текущую ситуацию в мире, на то, что пандемия COVID-19 захватила весь мир, и все становится только хуже, то это пугает людей в мире. Появилась еще одна разновидность вируса, которая делает людей еще более восприимчивыми к заражению. А также в это время люди по всему миру испытывают финансовый кризис. И несмотря на то, что уже началась вакцинация населения, люди все равно напуганы и растеряны. Люди озадачены, они тоскуют или пребывают в депрессии. Возникает насилие в семьях, и также повысилось число разводов. Но, пожалуйста, услышьте меня. Все, что мы сейчас переживаем, Бог допустил это. Бог позволил этому быть. Я верю, что этот дьявол инициировал COVID-19. Но Бог позволил ему это сделать. Поэтому для того, чтобы нам все это пройти, мы должны спрашивать совета у Господа. Мы должны прислушиваться к Нему и просить Его водительства. В книге Притчи, 24 главе 10 стихе, Господь говорит нам, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Я знаю, что сегодня многие из нас страдают, но я верю, что это время, когда мы не должны оказаться слабыми. А что значит оказаться слабым в это время? Это значит потерять надежду. Помните, что во Христе у нас всегда есть надежда, и надежда, которую дает нам Бог, существенно отличается
от той надежды, которую дает этот мир, обычная человеческая надежда. Как сказано в книге пророка Исаии, 40 главе, это 30 и 31 стихи. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Dengan sayap Raja Wali Berlari tiada penat Berjalan tiada lelah Ajarku harap kau Tuhan Ajarku harap kau Tuhan Ajarku harap kau В 36-м псалме, 23-м и 24-м стихах сказано: «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Бог благоволит к тем, кто живет с надеждой и упованием на Него». И Бог направляет стези таких людей, Он направляет их шаг. Если они будут падать, не упадут, потому что Господь поддержит их за руку. Но стоит отметить, что люди, которые угодны в глазах Господа, это те, кто возложил на Него свое упование. И это вовсе не означает, что у них в жизни не будет проблем и непростых ситуаций. Но Библия говорит, что даже если они оступятся, Бог подаст им руку помощи, и они не падут в грязь лицом. Бог сохранит их. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan melompat tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya! В 17 главе книги Иеремии, в 7 и 8 стихах мы читаем: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». И также в 31-м псалме и 32-м псалме говорится следующее: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Бог укажет нам путь жизни. Он наставит нас и направит нас. Но мы сможем различить Его водительство, только если наш взор направлен к Нему». Недавно Бог напомнил мне одно место. Это притча, 22 глава, 3 стих. Вот что говорится в этом стихе: «Благоразумные видят беду и укрываются, а неопытные идут вперед и наказываются». Это наставление.
Повторяется также в притчах 27 главе, 3 стихе. Если честно, меня удивило, что Бог решил продублировать это наставление. О чем же это нам говорит? О том, что нам нужно внимательно отнестись к данному совету от Бога. То, что говорится в этом стихе, также можно соотнести с тем, что Бог говорил нам пару месяцев назад через Его слова. Это книга пророка Исаии, 26 глава. Посмотрим 20 и 21 стихи. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Те из нас, кто мудр, укроются, увидев опасность. Мы убегаем, ищем убежище не потому, что неверны Богу, но потому, что Господь предупреждает нас о нависшей опасности. Я прошу вас, пожалуйста, не путайте веру и безрассудство. Вы знаете, что вера от слышания, а слышание приходит исключительно от слова о Христе. Но если мы безрассудны, то мы не слышим голос совести, и в результате страдаем. Итак, именно по причине того, что мы имеем веру, мы укрываемся при виде беды, и мы остаемся там, пока Бог не скажет нам, что опасность миновала. Я хочу еще раз повторить, что несмотря на то, что этот дьявол инициировал пандемию COVID-19, это Бог позволил ему это сделать. Итак, чтобы достойно пройти все эти трудности, мы должны взывать к Богу, быть чувствительными к Его голосу в нашем духе, различать Его водительство. А что говорит нам Господь? С самого начала пандемии Бог говорит нам три вещи. Во-первых, мы должны запретить ковиду и финансовому кризису действовать в нашей жизни. Мы должны усмирить этот шторм, как это сделал Иисус. Мы должны запретить шторму, сказав «COVID-19, утихни! Финансовый кризис, утихни во имя Иисуса!» А вы запретили шторму? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Hey, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kemenangan. Haleluya. Второе. Что Бог велел нам делать, это каждый день провозглашать 90-й псалом, потому что, подобно апостолу Павлу, мы говорим: «Я веровал и потому говорил». Обещание Божьей защиты, которое мы видим в 90-м псалме, адресовано всем тем, чье сердце принадлежит Ему, всем, кто сделал Господа своим прибежищем. Бог обещает защищать нас от болезней, от огненных стрел дьявола, от ловушек, расставляемых лукавым, от ужаса в ночи. А ужасы в ночи — это изнасилование, похищение людей, убийство, терроризм и война. Ну и третье, как сказано во второй книге Паралипоменон, это 7 глава, в 13 и 14 стихах. «Если я заключу небо, и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, а это указывает на финансовый кризис, если я пошлю моровую язву на народ мой». Можно посмотреть на это в контексте пандемии COVID-19.
И написано, что Бог просит нас, верующих людей, смириться, молиться и искать Божьего лица. Он просит нас отвратиться от наших злых путей, то есть покаяться. Если мы это сделаем, Бог услышит нас с неба и простит нам наши грехи, и также Он исцелит нашу страну, Индонезию. Будем сильными и вместе пожнем, мы не ослабеем. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah. Urapan Tuhan melimpah atas kita. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Oh, ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari sama-sama katakan, sebab itu ku kuat, ku kuat. Mari berdiri, ku dapat berdiri, hadapi semuanya bersama dengan hadapi Tuhan. Semua. Oh.